Сегодня в мире отмечается День борьбы с туберкулезом. В этот день, в 1882 году, немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза, благодаря чему стали возможны диагностика и лечение этого заболевания. За это ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. В Камыке в последние годы наблюдается тенденция к снижению эпидемиологических показателей. Снижается количество выявляемых больных, состоящих на диспансерном учете, и количество умерших от туберкулеза. Это результат своевременной диагностики и профилактики среди как взрослого, так и детского населения. Этому врачи и фтизиатры уделяют большое внимание. Здесь следует отметить три составляющие, в которые входят профилактика, ранняя диагностика и профилактическое лечение. Профилактика может быть двух видов. Это санитарная профилактика и социальная профилактика. То есть профилактика, направленная на здоровый образ жизни, на правильное питание, чередование сна и отдыха своевременного. Питание обязательно богатое белками. В профилактику еще входит вакцина-профилактика. Вакцина-профилактика, она включает в себя вакцинация БЦЖ здоровых новорожденных в роддоме на 3-7 день жизни.